Дорогие соотечественники, дорогие товарищи и друзья, идут последние минуты 1970 года. Советский народ провожает его с сознанием исполненного долга, с хорошим настроением. Это был незабываемый год великого ленинского юбилея, завершающий год восьмой пятилетки, год самоотверженного труда и созидания, новых побед и свершений. Повсюду на советской земле, от Балтики до Тихого океана, от северных морей до Карпатских гор, уходящий год оставил добрый след. Вступили в строй сотни предприятий, проложены новые магистрали, поднялись новые города. Перевыполнены задания по выпуску промышленной продукции. Собран самый высокий урожай зерна и хлопка за всю историю нашей страны. Выдающихся успехов добились советская наука и техника. Первую колею на лунной поверхности проложил советский луноход «Один». Так начинался год, когда на свет появился наш любимый факультет. И уже 10 сентября 1971 года в МИФИ был организован специальный факультет физики. Наверное, список состоялся. И мне искренне хочется пожелать, чтобы вы сохранили о нем, я имею в виду студентов, самую добрую память. Ну и самое главное, я рад и счастлив видеть вас, молодых, полных сил, энергии. У вас все впереди, вам надо завидовать. Пусть вот та энергия, которая у вас есть, те силы сохранятся, умножатся в силу того, чтобы все-таки придет какая-то мудрость впереди. Не в связи, может быть, со сданными экзаменами, а просто с возрастом. И будете вы вспоминать эти годы с большой радостью, с большой теплотой. И вообще больше, чем коллег по школе однокашников и по студенческой скамье, ну, я бы сказал, что, ну, в общем, после родственников, ближе родственников нет. Вы это почувствуете тоже. Спасибо. Спасибо, что мы все вместе. Спасибо за хорошие слова. За то счастье, которое я имела столько лет общаться, работать на этом факультете с вами. Я, в свою очередь, желаю вам больших-больших успехов в вашей жизни, личного счастья большого, чтобы все у вас сложилось, чтобы все получилось так, как вы мечтали и мы мечтали, чтобы вы оставались такими хорошими, добрыми, чуткими, умными, как мы вас учили. Не забывали родную альма-матер. Счастья вам и здоровья! Мы никогда не бывали в нашем городе светло, над вечерней рекой. Не мечтал до зари, друзьями ты не бродил по широким проспектам, значит, ты не видал лучший город земли. Песня плыла, сердце мое, эти слова о тебе поставят. Ты к нам в Москву приезжай, пройди по Арбату, окунись на Тверском, шум зеленых аллей. Хотя бы раз посмотри, как танцуют девчата на ладонях больших голубых площадей. Песня плывет, сердце мое.
помнишь мои. Если только приедешь и увидишь хоть раз лучший город земли. Студентов специального факультета физики МИФИ. Еще раз не пойдет. Вступая в стройные ряды студентов. Специального факультета физики МИФИ. Мы, будучи в здравом уме и трезвой памяти. Перед лицом своих старших товарищей. Торжественно обещаем и клянемся. Беречь и приумножать традиции родного факультета. Сохранять дух товарищества и взаимопонимания. Клянемся. Приложить все усилия для достижения высокого профессионального мастерства, чтобы понятие выпускник спецфака МИФИМ оставалось синонимом знака качества.